Проект «Юный пожарный». Заказчик. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В летне-осенний период в Беларуси увеличивается количество несчастных случаев с детьми, оставленными дома без присмотра родителей. Цель. Проинформировать и предупредить родителей о том, что оставлять детей дома одних очень опасно. Целевая аудитория. Родители детей дошкольного и школьного возраста. Задача. Достигнуть максимальной информированности родителей о возможной опасности возникновения пожара. Решение. Наглядно показать, что оставляя детей одних без присмотра, следует сразу готовиться к пожару. Реализация. В магазинах, в отделах детской одежды мы разместили подходящую ребенку по размеру профессиональную униформу пожарных МЧС. Рядом с формой размещалось сообщение «Для детей, оставленных без присмотра». Снизу размещалась надпись. За 2011 год в Республике Беларусь произошло 264 пожара по причине детской шалости. Результаты. Размещение проходило более чем в 50 городах, более чем в 100 торговых точках. Нам удалось таргетированно донести ключевое сообщение до целевой аудитории, так как проект был реализован в сезон предшкольных закупок. Информация о данном проекте получила бесплатное размещение в более чем 50 печатных изданиях, а также вирусно распространялась в социальных сетях. Репортажи о данном проекте транслировались на 5 центральных телеканалах в новостных выпусках в течение дня. Количество контактов более 3 миллионов.